На несколько часов территорию парка Дубки наполнили звуки народных инструментов и вокальные партии. На сцену выходили русские народные ансамбли, детские коллективы и сольные исполнители. Хедлайнерами же концерта стали финалистка шоу «Голос Кузина Стар» и официальный женский голос группы «Руки вверх» Лиза Роднянская. Празднование 84-й годовщины со дня основания «Химок» каждый нашел себе занятие по душе. Пока одни танцевали под заводные композиции, другие участвовали в соревнованиях и мастер-классах, например, в декоративной росписи и в ложечном тире. Бросаем! Также ребята приняли участие в командной военно-тактической игре «Лазертаг». Праздничные мероприятия прошли при поддержке администрации города и партии «Единая Россия», активисты которой раздавали всем гостям ленточки с триколором. Нашему чудесному городу Химки 84 года. И благодаря администрации города сегодня мы видим вот такое вот веселье. Особую благодарность управлению культуры нашего города за то, что они устроили вот такой вот праздник для всех жителей. Параллельно в сквере «Весна» прошел фестиваль «Арт-пространство», направленный на сохранение традиций русской культуры. На площадке выступили детские коллективы из химкинских школ и секций. Участники фестиваля провели мастер-класс по созданию кружев, которыми в прошлом украшали народные костюмы. Здесь же организовали ярмарку изделий ручной работы. Мероприятие прошло при поддержке муниципальных депутатов. Арт-фестиваль также дает возможность химкинским художникам, людям, которые умеют делать прекрасные вещи своими руками, показать свои работы. Замечательно, что день рождения города, его 84-летие собрало такую дружную команду. В этот день химчан поздравляли с праздником депутаты муниципального совета. Надежда Смирнова, Артур Каримов, Евгений Иноземцев, Юлия Мамай, Александр Дринов и лидер движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Уважаемые жители, желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, мира, добра вам и вашим близким. С праздником! В этом году празднование Дня города прошло во всех популярных местах округа. В парках Величко, Экоберег, Подрезково и Лунево, а также в сквере имени Марии Рубцовой. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.